На протягу многих годов Дмитрий Чернявский занимался выучением материалов, которые рассказывают о подеях Великой Айчинной войны. С этой метой он брал интервью у ветеранов и публиковал артикулы на сторонках городской газеты. У вынику осенсования того, что уже было сделано и что еще можно сделать, повстала идея. По прикладе персонажа твора Александра Твардовского Василя Теркина придумать своего героя. Створить некий сборный образ, у яким читачи смогли бы спознать своих батьков, дядов и прадедов, которые змагалися с ворогом. Менавіта так з'явився на свет документально-мастацкий нарис «Боевыми дорогами Рыгора Ильина» або «300 дён на Заход». Это книга о том, как бойцы Красной Армии 300 дней шли на Запад, освобождая Беларусь. Полотно повествования вплетены реальные солдаты-офицеры, избавившие родную землю от оккупантов. Так, например, там рассказывается о форсировании Днепра, о подвиге 22 гвардейцев под Полоцком, о боях за первый форт Гродненской крепости. Книга адресована всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. Тема Великой Айчинной войны мае для белорусов неоценное значение. Трагедия закранула литерально каждую семью. Менавіта тому так важно засвоить уроки минулого и ни в каком разе не робить помылки у будущем. И не выпадково на презентации можно было убачить немало молодых людей, бо для подрастающего поколения книга Дмитрия Чернякова быцем подороже у минулое их героичных прадедов. Вы знаете, символично, что это мероприятие проходит 22 июня, в этот день, который когда-то поэт сказал о нем, что это самый длинный день в году, с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Мероприятие посвящено нашим отцам, дедам, прадедам, тем людям, которые отстояли и победили. Не зная, сколько продлится война, в победу они верили с первого дня войны. Супрацовники музея упэўнены, что творчие шляхи за автором Дмитрием Чернявским еще не раз будут пересекаться, а жыхароў и гостей города напереди чакае еще немало значных культурных подей. Павел Михно, Игорь Марышченко, Тельрадио, компания «Гомель».